Сделайте перекличку. Севастьянов Леонид Антонович. Присутствует. Самойлов Константин Евгеньевич. Здесь. Кулябов Дмитрий Сергеевич. Здесь. Демидов Анастасия Вячеславовна, я здесь. Боголюбов Александр Николаевич. Здесь. Веницкий Сергей Ильич. Здесь. Гайдамака Юлия Васильевна. Здесь. Дружинина Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна, включите микрофон. Здесь. Ланеев Евгений Борисович. Здесь. Орлов Юрий Николаевич. Здесь. Щетинин Евгений Юрьевич. Я здесь. Итого сколько? 11 человек. Из 15. Очень хорошо. Теперь давайте проголосуем по всем пунктам в отдельности. Сейчас я попытаюсь вывести на экран, чтобы было видно. Вот так. Видно. Итак, протокол номер 3. Угу. Первое. Прошу голосовать за то, чтобы считать диссертацию ЕГИ, соответствующую профилю Дисциплинарного совета ПДС 00.02.00.001 по специальности 05.13.18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ и принять ее к защите. Прошу голосовать. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Севастьянов Леонид Антонович. Да. Самойлов Константин Евгеньевич. Хорош. Кулябов Дмитрий Сергеевич. Демидов Анастасия Вячеславовна. Я за. Боголюбов Александр Николаевич. Да. Да. Виницкий Сергей Ильич. Да. Гайдамака Юлия Васильевна. Да. Дружинина Ольга Валентиновна. Да. Ланеев Евгений Борисович. За. Орлов Юрий Николаевич. За. За. Щетинин Евгений Юрьевич. За. Спасибо. Спасибо. Предложение по поводу введения. Чтобы назначить официальными оппонентами. Доктора физико-математических наук Блинова Юрия Анатольевича. Доктора физико-математических наук Цирюлева Александра Николаевича. И кандидата физико-математических наук Васильева Николая Николаевича. Прошу голосовать. Севастьянов Леонид Антонович. По-моему, Лена Валерьевна предлагала за. Голосовать каждого в отдельности. Конечно, каждого в отдельности. Каждого в отдельности. Да, а? Давайте называть только фамилии при чтении списка. Кто за? Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова за. Боголюбов. За. Веницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Сиролев Александр Николаевич. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Веницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Василий Николай Николаевич. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Веницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Кто за то, чтобы разрешить печать авторефератов в количестве 100 экземпляров? Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов.
и назначить дату защиты 26 июня 2020 года. Севастьянов. За. Камолов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Спасибо. Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. Заседание номер 4. Дмитрий, да. Сергеевич, можно маленькое замечание? Попросите, да, пожалуйста, всех членов диссертационного совета отключить микрофон только тогда, когда он говорит «за», когда назвали его фамилию. У вас очень сильно фонит все. Пожалуйста, отключите свой микрофон, поставьте на него. Спасибо. Кто за то, чтобы считать диссертацию Бесчастного Виталия Александровича, соответствующую профилю диссертационного совета ПДС 0200-001 по специальности 05-13-17, теоретические основы информатики, и принять ее к защите, прошу голосовать. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами? Первое. Моисеева Александра Николаевича. Прошу голосовать. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Кто за то, чтобы назначить официальным оппонентом Орлова Юрия Николаевича? Прошу голосовать. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. За. Спасибо. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами Степанова Сергея Николаевича? Прошу голосовать. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Петинин. За. Спасибо. Спасибо. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экземпляров, утвердить дополнительный список рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 26 июня 2020 года? Прошу голосовать. Севастьянов. За. Самойлов. За. Кулябов. За. Демидова. За. Боголюбов. За. Виницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Щетинин. За. Спасибо. Спасибо. Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. Если позволите, я скажу несколько слов. Севастьянов Леонид Антонович. Лилиана Валерьевна, огромное спасибо вам за присутствие, за внимание и за то, что вы помогаете нам в этом новом для нас и достаточно тяжелом деле.
Члены диссертационного совета, все члены диссертационного совета, большое спасибо за то, что смогли присутствовать и участвовать в этом заседании. И я хочу сказать, что Дмитрий Сергеевич и Анастасия Вячеславовна сделали гигантскую работу вместе с Лилианой Валерьевной. Огромное им спасибо. Спасибо Все. Большое. Я спасибо. Тоже присоединяюсь, Лилиана Валерьевна, к этим словам. Да, спасибо большое. Но, Дмитрий Сергеевич, нам надо будет с вами еще поиграть, сделать бюллетень, чтобы это было возможно. И, наверное, до того, как